Здравствуйте, уважаемые участники Golden Time Talent. Я Наталья Жижкова, художник, член жюри. И в этом 40-м сезоне я оценивала ваши работы. Я сразу хочу поблагодарить всех участников конкурса за то эстетическое наслаждение, которое я получила. Очень много прекрасных работ, удивительные, разнообразные по техникам, по стилям, по уровню исполнения. Некоторые ролики я присматривала по несколько раз, очень тяжело было сделать свой выбор. Вы меня очень прекрасно удивили, все большие молодцы. Но все же на этом фоне я хочу выделить художника, чьи работы впечатлили меня больше всего. Итак, Мария Митева, легкая и нежная акварель. Каролина Луксу, ваши пейзажи просто великолепны, браво. Наталья Антощук, прекрасный пейзаж. Светлана Ващенко. Все работы замечательные. Алена Садовска. Чудесные работы. Молитва меня очень поразила. Альбенис Зиналова. Интересные работы. Хочу выделить ваш натюрморт. Мария Пархамчук. Прекрасная работа. Браво. Ульяна Кун. Икона великолепна. Юлия Лужникова. Очень интересные работы. Алена Хохрякова. Сказочный зимний пейзаж. Надея Сербина, прекрасно написанная икона. Мария Сибирякова, великолепный пейзаж, браво. Гульнар Махамбетжанова, ваши акварельные работы великолепны, браво. Итак, подводя итоги, хочу сказать, вы все большие молодцы, не останавливайтесь, всем успехов, удачи, всего наилучшего. С любовью и уважением, ваша Наталья Жижко. До новых встреч!